Бахчисарай, наверное, нет. Озбек Джамидр. Самая старая мечеть в Крыму, наверное, находится в Симферополе, Кибер Джамы. Ой, наверное, Джума Джамиви в Патории. Мы там недавно были, 15 век. Ну, мечеть хана Узбека. Есть Евпатории мечеть, есть вот, хан Джами. Ну, конечно же, в Бахчисарае, в Бахчисарайском дворце, в ханском дворце. Эта мечеть тоже, я считаю, довольно старая. Наш Кибер Джами в Симферополе, это тоже старейшая мечеть. Она уже реставрированная. В старом Крыму, но султана Бейбарса. Бу эске Крымдахы Узбек хан Джамысыдыр. 1300-нчы елларда курылган 700 елдан эвел 700 елдан зияде деврде курылган Джамыдыр.